Итак, всем огромный привет. Сегодня у нас воскресенье, и я вас всех приветствую. Ну, что я могу сказать? Сегодня у нас праздник. Ну, так получилось, что у нас в России сейчас праздники есть, к которым относятся очень все шуточно и непонятно как. И есть праздники, которые носят такую, скажем, хорошую смысловую нагрузку. Так вот, сегодня с утра мне пришло очень много сообщений, точнее, пришли сообщения именно в том плане, что, что поздравляет там всех там с прощенным воскресеньем и так далее. Там целая куча карикатур и все в таком духе. Но мне кажется, с моей стороны, да, что все-таки праздник у нас, который вот у нас есть, да, прощенное воскресенье, на самом деле это очень хороший, классный праздник в том плане, что не знаю, как вам, но мне дается вот извинение очень тяжело. И всю жизнь мне давалось очень тяжело. Я помню, там в школе, там, она говорит, все, Максим, извинись. И я стоял, вот, и принципиально твой такой гордый, и все. И я не мог не извиниться, ничего. Ну, дело принципа было. Ну, просто не извинялся, типа, не прогибался. На самом деле, конечно, со временем взгляды поменялись на жизнь. И в том числе на, так скажем, вот на такие моменты. Но я в любом случае рад, что есть такой праздник, я к нему отношусь очень довольно-таки серьезно, да, сегодня последний день, да, перед Великим постом, я скажу потом, наверное, попозже про пост, но сейчас, наверное, все-таки хотел бы попросить у всех прощения, тех, кого когда-либо я обидел, особенно близких, потому что обычно обижаешь кого, да, очень сильно, правильно говорите, близких. А на самом деле близкий становится каждый из вас ко мне, потому что очень много мы с вами, так скажем, уже на протяжении больше, чем 10 месяцев, уже точнее 11 месяцев мы с вами, так скажем, вместе, можно сказать, прожили жизнь. Поэтому еще раз хочу просить у вас прощения, но это будет не как там в шуточной форме, как это принято, да, сейчас, а нормально, просто человеческое прощение. Опять же, кого-то обидел, я могу сказать, что есть у меня такая черта в характере, да, что на уме, то и на языке могу ляпнуть, не подумавши, потом могу об этом, ну, конечно, сожалеть. Поэтому еще раз прошу всех меня извинить, простить, и если кого-то обидел, ну, постараюсь в этом году, прям, не знаю, там, кровь из носа, но в этом году, конечно, постараюсь вас никогда в жизни никого не обижать. И опять же, еще раз хочу повториться, я считаю, что очень хорошо, что в России есть такой праздник, потому что, ну, не знаю, просто так бы, наверное, если взять и, например, и снять видео, где бы я сказал бы, простите, извините меня, конечно, такого, наверное, вряд ли бы получилось. А здесь прям хороший повод для того, чтобы можно было как раз вот попросить вас прощения. В общем, всем хорошего, отличного настроения. И еще раз, простите меня, если кого-то обидел. Еще раз повторюсь, обидеть можно только очень близкого человека, потому что ты близкого человека воспринимаешь всегда серьезно. А вы для меня все близкие. Все, всем отличного настроения. Прощайте друг друга, потому что на самом деле, когда ты прощаешь, становится легче не того, кого ты простил, а сам себе становится легче, понимаете? Самому себе становится легче. Я неправильно сформулировал. В общем, всем хорошего настроения. И еще раз вас с прощенным воскресеньем. Пока.